Всем доброго вечера, дорогие друзья. Так, мы продолжаем проходить сегодня за Quail Redfield, друзья. Экс-борьбу, специальный режим. Всех рад снова видеть на моем канале. Давайте загрузимся. Resident Evil. Так, карта памяти вторая. Так, новая игра у нас идет. Выберем мы, наверное, уровень 2, скорее всего, потому что уровень 3 мы просто не потянем. Что ты там тайком точишь? Нет, ничего не точу, просто в зубах что-то застряло. Да ладно, в общем, давайте начнем второй уровень. Погнали, друзья. Так, сегодня мы будем проходить за Quail Redfield. Так, один момент, друзья, отойду на секундочку. Так, я снова здесь. Так, сегодня будем проходить за Quail Redfield. Будем сложиться второй, друзья, погнали. Привет, Сефир, привет, Буба, привет всем, друзья, снова. Опасный вирус был обнаружен в грузовом составе. Возвращайся в участок к полиции. Найди в округе 4 специальных бомбы. Используйте их, чтобы уничтожить все следы вируса. Много угроз и опасностей будут сопутствовать вам в вашей миссии. Но жизнь всего человечества зависит от ваших незамедлительных действий. Удачи, мать вашу. Так, ну чё, погнали, друзья, сейчас будем за Quail всех валить по полной программе. Так. Выкинем травочку. Как мы видим, Quail только гранатомет с разными злыми гранатами. Пойдемте зачищать территорию. Надо и найти что-то стрелковое, потому что одним гранатометом тут не обделаешься, как говорится. Похоже, через хамбец будет. Знатный хамбец. Давай, козу, идите сюда. Так, в общем, надо найти какое-нибудь оружие. Это только так будет нас гранатами задабливать. Везде гранаточки. Конечно, две гранаты ему не хватило. Здорово. Так. Легче, по-моему, одну потратить. Он мне больше урона нанес, блин. Тованный паук. Так, вот кислотники. Привет, Гастер, еще раз.
пятого Дивстрима. Так, ну-ка. Отличимся от наших. От травм. Да, тут, конечно, с одним гранатометом вообще нереально проходить, потому что надо стрелять так, чтобы это попало наверняка. Всех загашу до последнего. Так, отлично. Я сейчас приду. Давай, Гастер, что мы тут будем? Это вообще не интересно одним гранатометом проходить. Я не знаю, разработчики хоть бы пистолет оставили. Даже ничего и нет, по-моему. Ни гранат, ничего нет. Просто пустая комната. Ну, конечно. Сай. Меня полностью называется. Блин, он чертовски неудобно с одним гранатометом. Походу на каждом зомби по одной гранате будет уходить, как я понял. Все, это уже закончилось. Ох, как вас много. Привет, Александр Волков. Доброго тебе вечера. Приятного просмотра. Кажется, здесь никого нет. О, как раз трава. Как раз травушка мне нужна. Да, я вообще с тобой соглашусь, Буба. На самом деле, Леон более универсальный будет. Но можно будет попробовать в любом случае за Леона пройти. Потом как-нибудь. Я попробую пройти как-нибудь. Не знаю.
Так, страшная карта. Тут вообще просто даже не от этого зависит, а по-моему уровень здоровья сам по себе. Конечно, блин. Живучий зомбарик. Еще гранаты. Ну, короче, как я понял, за гранаты можно не париться. Дают их неплохо. Уже обследовали. Гастер, ты снова пришел, отлично, ты снова с нами, дружище. Так, ну-ка. Так, еще травушка. Спрей хотя бы можно выкинуть. И две зеленые травы. И одну синюю, в принципе. Знаешь, палача из Резидента? Да, я знаю, в пятой части палач был. Здоровый такой монстр с топором. Прикольный монстр, если помню его. Еще по фильму тоже. Маним своей пятой точкой. Да, Тирана тоже знаю. Ну, я играл в Resident Evil почти все части. Я знаю многих врагов из Resident Evil серии. Так, все. Так, надо получить УЗИшку. УЗИ нам сейчас пригодится. А то одним гранатометом тут не ограничится. Битва. Красная травка, красная. Yeah.
Так, доберманы. О, ничего, такая мощь. Как раз нормально так потратились. Вот он, так. Так, вот и УЗИ, наконец-таки. Вот сейчас у нас уже будет хоть какое-то разнообразие из вооружения. В общем, как я понял, в этой локации, в лаборатории, тут можно получить одно специальное оружие, это УЗИ-автомат. А в локации канализация там можно получить ракетницу, как я понял. Спецоружие. Знаешь МКОНа? Нет, такого не знаю. Такого я не знаю, друг. Так, подожди, я все забрал. Тут синие травы, кажется, должны были лежать. Да, все забрал, отлично. Все, первый этап пройден. Понятно, в нем полицейский участок. А здесь ничего нет, интересно? Нет, здесь ничего нет. Так, возьмем-ка УЗИ для разнообразия. Thank you.
Короче, гранатами тут не обделяют. Нормально дают, вот сейчас дали зажигательные. Ты, Майк, знаешь? Нет, бро, я не знаю, кто это такие. Может, каких-то серий игр? Таких я точно не знаю. Так, лучше на этого гранатомет тратить, взять вот это. Ушел ровно магазин. 6 гранат. Гастер, ты сам во что любишь играть? Вообще, твои любимые игры какие-нибудь? Можешь перечислить? Ой-ой-ой. Ворона. Спроси его, вот цифра очень интересно. Так, еще не раз потратиться хотя. Так, поджарили растений. Как раз на них в самый раз какие-то гранаты идут. Мои любимые Ultimate, Mortal Kombat и Mortal Kombat 9. Это самые твои любимые игры? Может быть, еще есть какие-то особенные игры, которые тебе больше всего нравятся, чем... Ну, не знаю, самая-самая любимая какая-нибудь игра. Сейчас, скажем, завалим их. Вот так. Так, пойдем, наверное, за ракетницей, хотя нам, наверное, мне вряд ли пригодится, но все же. Привет, Илья Волков. Так. А, Илья Волков, да ты туда что перешел? Ах ты, пройдоха. Друзья, оставьте Гастера в покое. И так понятно, что он подросток наверняка. Парень просто задает вопрос. Это нормально. Надо же как-то стрим беседу поддерживать, друзья. Так. Ах ты. Самый любимый Mortal Kombat трилогия. Понятно, дружище. Но мне тоже нравится. Мне тоже нравится Mortal Kombat трилогия. Так, погрызли знатно, по-моему. Если быть буквальным, то да, если так формулировать вопрос, конечно, но понятно почему, я уже это уточнял. Так, ладно, в общем. Все, всех куплю.
Да уж, много уж на одно растение. Вот и дали нам ракетницу. С 10 ракетами. Хотя она мне вряд ли смог пригодиться. Ну, для комплектности, так сказать, взял на всякий случай. Маргариту из Одинца знаешь? А кто это Маргарита? Я не знаю. С какой на части? Что-то я не помню такого персонажа. Сейфер. Сейфер уже там кипит, по-моему. Так, сейчас будет два пути. Можно пойти одним путем. Можно двумя. Так, завалили. Пойду-ка я, наверное, путем Клэр. Травушка родненькая. Ракетницу я выкину пока. Она мне особо не пригодится. Ах ты, грызунья такая, а. Погрызть меня решила. Еще один грызун. Все, кончилась визишка. А зомбик-то остался. Ну, зато место теперь есть под ракетницу. Тоже хорошо. Не укусите, сволочи. Не дам. Покусать меня. Еще травушка. Возьму, пригодится. Синяя действительно нужна бывает. Так. Зайду-ка я, наверное, в эту комнату, тоже зачищу ее. Так.
Да, здесь ничего нет. Кроме зомбарей и тупика. Ты не хочешь пригласить в прямой эфир зрителя с Ютуба к себе как-нибудь Гастера Ивановича? Но если он будет какую-то игру, если я буду какую-то любимую его игру проходить, посмотрим. Все может быть, дружище. Но я понял, ты меня просто троллишь, как я понял. Так, ладно. Бокс. Любитель потроллить. Так. Откладываем. И пойдем, наверное, этим путем. Тот путь не будем трогать. Mortal Kombat. Знаешь, боссы Witch Cutscene, если такого я точно не знаю. Ты меня троллил, ты о чем? Да-да-да, Буба. Ты тот еще тролляка. Знаю тебя. У тебя такой легкий, тонкий троллик. Так, короче, прошли мы этапчик, пошли путем Клэр. Найди 4 специальные бомбы. Вот наше задание, друзья. Давайте, проходите, искать эти бомбы. Да, давно у него на трансляциях, но он просто пропал, отписался и ушел. Ему, как говорится, скажем так, наскучил мой контент. Как говорится, каждому свое. Это босс из пятого резидента. Так он называется. Я, честно говоря, не знал. Ну, спасибо, что просветил, Гастер. Теперь я это знаю. Так. Валим всех. Не до мертвецов. Идем дальше. Ай, блин. Ох, блин, вас двое. Черт, еще и отравили. Хорошо, что у меня хилочка с собой. Ничего я перейду. Блин, тут еще один. Травили меня, конечно же. Он чего перед уходом тебе не говорил, я бы с Гастером познакомился с ним. Ах ты, Бубич. Нет, ничего не говорил. Что мне сказать? И он что мог мне сказать? Краузера, да, Краузера я знаю. С четвертой части Резика. Здоровый такой мужик. Беретки красные. Так. Гранатки. Сэфи сейчас, по-моему, бомбанет. Так. Да, мой любимый босс в этой части. Ты угадал, Буба, он мой любимый босс. Ой, сейфер.
Держись там, дружище, не гори. Так. Вот и первая бомба. Ой-ой-ой. Не будем рисковать. О, как раз. Так. Первая бомба есть, отлично. Evil Zero, да, я знаю, Zero часть, хорошая часть, мне очень нравится Resident Evil Zero. Скоро, наверное, буду проходить ее, посмотрим. Хорошая часть. Так, ну одну бомбу мы нашли, это уже хорошо. Так, ну блин, как всегда. Босс Устанок тоже знаю. Пятый, это какой? Шестой, по-моему, части. Тоже прикольный босс. Ах, Сайфер, Сайфер. Терпи, Сайфер, терпи, твою налево, терпи. Ты еще не такой выдерживай, я думаю, ты это тоже выдержишь. Нет, ну а что, ну задает парень вопросы, ну, пусть задает, в принципе. Ничего страшного нету. Ему просто интересно, что стример любит, кого знает. Вполне нормальные себе вопросы. Какие-то тут у нас. Не отравили. Ай! Блин, все. Так, сейчас мы сюда в узкий проходик заманим. Он самому не встретит там. Да, нормальный вопрос, наемный убийца. Знает, какую цель любит, какой любит, знает. Да. Так и есть. О, сколько перьев тут. Ворон посыпалось. Всех завалил. Пернатых.
Так, не пернатых. Алекс Незубин, привет, привет. Вот пробовал, какой код? А, ты про тот код? Нет, код я не пробовал еще. В следующий раз попробуем этот код обязательно, когда будем проходить уровень третий. Для интереса просто попробуем. Но мы обязательно его испробуем. Так. А знаешь босса самого кода? Ну, такого не знаю. Е-мое. Так, 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 так. Здесь, кажется, должна быть вторая бомба. Да, вот она. Вторая есть. Еще две осталось найти. На третий левел не советую играть, ХП очень мало. Да, я знаю, я уже пробовал пройти третий левел с Крисом. Что-то у меня не пошло, там меня вообще загасили с 2-3 ударов просто, простых причем. Был, помню, вот так же ранен, вот точно так же. Не смертельно ранен, а ранен. И меня одним ударом Лизун просто, ну, одним ударом простым, когтем, убил намертво. После этого я, конечно, обхожу стороной третий левел. Но все-таки есть те зрители, которые просят пройти третий левел. Хотя есть, точнее, один зритель, мой верный оруженосец Буба, который постоянно стоит на том, чтобы я прошел третий левел. Наверное, может быть, пройду когда-нибудь. Но точно не в этой жизни, как говорится. Но в любом случае попробуем как-нибудь. Так, осталось две бомбы найти еще практически. Уважаемые, ужасные вещи говорите. Ну, ужасные вещи. Кто бы говорил? Нет, я такого босса тоже не знаю, Гастер, честно сказать. Так, идем, значит, сейчас вниз. Попробуем посмотреть внизу. Я вам верю, что вы справитесь с этим левом. Вы настоящий про этой игры. Ах ты, Буба-Буба. Да, я же тот еще про местного разлива. Так. Да блин, в любом случае сволочь покусают. Двоих, да блин. Опять ранен, чтоб их. Вроде ничего нету. Теперь уже не выдержал, перешел на YouTube, как я вижу. Интересно, здесь будет третья бомба? Вообще, по идее, должна быть. Thank you.
подгорает вроде бы растение. Все у меня закончится. Нету пуха. Я помню, всегда тут была. Ой! Смотрите, появился-ка. Два тиранчика появились. Тут, наверное, для этого ракетницы пригодятся. Точнее, это ракетница. I'll be back, сволочь! Так, и второй, иди сюда. Вообще изи. Просто изичевски. Так. Гасты привлекают нам зрителей на YouTube. Ну, видишь, есть свой толк от этого всего. Че-ничего, Гаста чуть-чуть подрастет на пару годиков, друзья, он потом вам устроит, когда будет стримить тоже, когда вы к нему на стрим придете. Так что, друзья, он вам еще покажет высший класс. Да, все-таки с одним гранатометом как-то немножко не так проходить. Это не, непривычно. Слишком как-то ограничено получается. Да, нехило так бесит гранаты на них. Прям сразу же залезать эти мелкие паскудины. О, вот против него ракетница точно пригодится. Дай-ка удар лапу. Так-то на него уходит три ракеты. Парада, по-моему, четвертая попал случайно в маленького монстра. Но это не важно в любом случае. Нет, бомбы здесь нет, вот блин. Ладно. Нет, так нет. Так, ну в эту комнату я ходить не буду.
Туда вообще без толку ходить. Не зря время потеряем. Смысл идти. В принципе, наверное, лучше пойти за бомбами сразу. Уже, наверное, хватит оплазить всякие комнаты. Только я догадываюсь, где бомбы две. На третьем этаже и на втором. Сейчас глянем. Не отображает оленя, а жаль. Ну, видишь, в чем-то везде есть свои минусы. Так, ну-ка, может быть, здесь где-то есть бомба? Да, вот они поднадоели этим монстрам. Ах ты! Подрюка, блин! Нифига он меня ранил! Офигеть, фаталити чуть не сделал. Знал, что так сделать. Смотрите, эта кислота им даже голову разъедает от выстрела. Как будто лицо у них плывет. Прикольно сделали. Я только сейчас эту фичу заметил. Это причем у зомбарей так как-то реально выглядит. На самом деле. Да, было бы забавно, если в ГГ сейчас наступил неожиданно. Уж нет. Слишком много сил потрачено было. Где же эта треклятая третья бомба? Вот здесь, по идее, должна быть. Так, только одно растение. Нет, бомбы здесь тоже не было. Что ж такое? Сейфер Буба не сдаются, все, допрашивают нашего зрителя. Короче, уже однозначно я понял, где бомбы лежат. Даже искать не надо. Одна на третьем этаже, вторая, наверное, в офисе Stars. Так что сразу пойдем на второй этаж. Спросить можете только вы, товарищ.
Да, просто не удался успехом, да? Как я понял. Ну а толку от этого, если даже спрошу. Все равно ничего не изменит в любом случае. Привет, Коляна, доброго тебе вечера суток. Рад тебя видеть, дружище. Так. Вот обалдевшие псы, а. Живой кто-то. Знаешь, боссов танк катана нет, таких тоже не знаю, дружище. Гайдер, я хотел бы тебе сказать, ты бы мне не задавал бы этих вопросов, потому что, ну, я как бы не могу всех знать и на все вопросы отвечать. Если у тебя есть другие как бы вопросы, пожалуйста, задавай, кроме, как, не знаю, знания каких-то боссов. Просто я не всех могу знать. Вот сволочь, еще отравил, блин. Успел же, блин. Козлина, блин. Так, ладно, сделаем так. Все, он тут ближе будет. Зрители моего канала. А зачем они должны знать? Если они должны знать, они сами должны это узнать. Буба все троллить дальше. Знаете просто, да, если бы так было. Нет, ну я всех не могу знать, это в любом случае. Проходить другие резики или только золотую тройку во имя мышки. Но я буду проходить и другие резики, конечно. Сейчас просто надо допройти уже вот эти оставшиеся режимы. В принципе, вот это последний раз остался пройти нам закор и все. Можно уже даже смело начинать в другой резидент проходить. Как раз в новой неделе. Там я уже успею все подготовить, все сделать. Получил тут, сказывается, был. Блин, вот не хватило ему граната, а? Сволочь, опять ранил. Я ж только вылечился, как я могу быть ранен-то? Какой Зеро Хроники, который от первого лица или четвертый? Я вот это, об этом сейчас и думаю, какую именно начать. Надо, наверное, голосовалку запилить еще одну. Насчет этого. Посмотрим, что я выберу. Может, обдумаю, я посмотрю, что из этого выбрать. Наверное, Зеро, скорее всего, потому что первая, как бы, предыстория. Скорее всего, наверное, Зеро.
Чтобы просто далеко не уходить от хронологии Raccoon City, наверное, Zero будет. Ты про кошмар заката доната мышки не забыл? Нет, не забыл. Да, третий левел неплохо мог пройти. Ох, блин, чуть меня точно прикокошит. Отлично. Ну, есть тут бомба? Походу нет. Блин, а где же они спрятали ту бомбу-то? Я же забыл. Ничего нету, пустой. Вообще просто офис. Так, главное не гуфнуть. Газовок показывает, что Парасит 2 на кошмаре. Я под отказываю, что Галерин заход не взях. Мышка советует убить Изан на кошмаре, но будет ли лучше фугла, я хотел бы третий уровень на XS. Короче, дофига кто что хочет, я вижу много чего. И такого, и такого, и такого. Но я постараюсь все как бы учесть, все пройти. Сами понимаете, все сразу не уловить. Есть мод на резе, где все наоборот, где финальный босс Леон Кеннеди. Да, я видел таких моды. В интернете их куча, этих видео с модами. Ох, блин, чуть ГГшечка не вышла через одно место. Чуть меня тут сейчас не кокнули. Прям миллисекунду успел. У вас сильного тунца. Тунца, да, сейчас буду всем тунцом по голове рубасить. Так, дайте мне наконец эту треклятую бомбу. Где она вообще, черт возьми? Гранат, конечно, понадают кучу. Вот эти-то нужны, все равно закончились практически. А, ну ты сбегай, Буба, если успеешь, конечно. Я думаю, мы скоро уже закончим тут. Наверное, уже недолго осталось. Третью бомбу я уже точно сейчас найду. А вот в последнюю уже придется поднапрячься. Нифига же участь. Обалдеть. Ё-моё. Чё за хрень? Вроде стреляю на мимо. Давай, чтобы я успею еще третий уровень попробовать пройти на фоне разогрева. А, если пройдешь, я тебе вознагружу призом, да? Если я пройду. А это не факт. Ну посмотрим, наверное, попробую или на разогреве. Просто для интереса хотя бы. Так, да, вот третья бомба. Отлично, наконец-то. Еще четвертая осталась, все. Изи катка, как говорится. Взятка. Да, взятка. Так, последняя бомба. Где она вообще была, я даже не помню. Ну все, я тогда побежал за Иванович, чтобы успеть. Давай, беги! Беги, Буба, беги! Если успеешь, беги! Беги, друг мой! Беги, Форест, беги! Так, в общем, последняя бомба. Где она была? Я что-то не припомню. Нифига. Где-то ее затарили. Где именно, интересно? О, тиранчик. Раз, и нету тиранчика. Был тиранчика, нет. А, смотри, не гуфнись. Не гуфнусь. Поверь.
Скорее всего, наверное, бомба находится где-то внизу. Давайте посмотрим на карте. Так, давайте посмотрим на карте. Сейчас тут уже практически, скорее всего, на втором этаже где-то. Фиг знает. Нет, втором не может быть, потому что втором мы осмотрели. На первом, короче, я понял, на первом этаже. Это мы последний, когда на стриме, завтра я сюда уеду, на винде, там нет Wi-Fi. Сочувствую, Дастер, сочувствую. Ну ты держись, что могу сказать. Так, наверное, надо вот здесь обойти. Вроде бы за лимонадом побежал. А ты еще тут. Я побежал на 10 минут. Да. Так, 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 так. Надеюсь, хоть тут бомба лежит. Нет, блин, тут гранаты лежат. Ладно, все, пригодятся. Давай, Гастер, спокойной ночи. Рад бы тебя увидеть. Увидимся, если что, через 2 недельки. Так что не прощаемся, дружище. Так, вот последняя бомба как раз, наконец-то. Так, я знал, что он тут. Ура, товарищи, да, наконец-то. Ну, не знаю, друзья, в принципе, этот режим неплохой, но надоедливый, если честно. Потому что вот так по 10 раз проходить я бы не смог. Я бы прошел, наверное, 2-3 раза, ну, максимум 4 за каждого персонажа. Дальше бы вряд ли играл, потому что, ну, режим однообразный, там, найди 4 бомбы и просто тупо взорви поезд. Ну, как-то не особо интересно, если честно. Вот в третьей части там хоть бабки зарабатываешь, оружие покупать можно, там уже как-то поинтереснее. Плюс к тому же там на время все как-то более продумано, рассчитано. Но этот режим тоже неплохой, но все-таки тут чего-то не хватает все равно. Но это только мое мнение. Все, короче говоря, взорвалось, какие дрянь фини все. Миссия завершена. Спасибо за старание. Опасный вирус был стерт с лица нашей планеты. Все человечество было спасено от террора этой биоугрозы. Вы в одиночку преодолели все невзгоды, и история о вашем подвиге будет переходить из поколения в поколение. Поздравляем, герой. Ой, блин, скучный режим, если честно, для меня как, ну, просто поубивать время за ним.
и все, как бы вот это ходить, стрелять, собирать, там просто сам смысл, как бы сходишь, тупо валишь всех врагов, собираешь припасы и все, на этом как бы можно весь акцент сделать, не на том, что просто ты пошел собрать 4 бомбы и взорвать там поезд. Ну, в принципе, сам режим неплохой. 1:05 ушло на все. Прошли мы уровень 2 за Куэр. Поздравляем, друзья. ЭДГГ. Все, отлично. Наконец-таки. Сохраним прогресс. Идрини Фини. Так, короче, друзья, прошли мы наш режим экстремальный бой за Core Redfield уровень 2. Всем спасибо, кто был на трансляции. Знаете, что я сейчас сделаю, друзья? Я, наверное, сейчас стопну запись. Буба все-таки меня просил пройти еще раз на третий уровень сложности. Давайте-ка я один раз рискну. И где бы я ни гуфнулся, я заканчиваю, как говорится, игру. Так что сейчас, друзья, я завершаю вот это прохождение. Всем спасибо, кто был на трансляции. Никуда не уходите, я сейчас просто стоп-старт сделаю. Если у меня вдруг игра не пойдет, то, соответственно, вы запись уже не увидите следующую. Ну а так, это был отличный экстремальный бой. В принципе, моя оценка этому экстра борьбе, я бы дал, наверное, все-таки 7 из 10, потому что, ну, все-таки тут чего-то не хватает. Не хватает никаких кое-каких элементов, все-таки ходить вот эту кучу зомбарей валить. Ну, это, конечно, все зависит от вашего же желания. Вы можете сами это варьировать, ходить, хотите ли вы всех валить или нет. Но все же, все-таки тут чего-то не хватает, по моему мнению. Так что дам честную оценку, 7 из 10. Вполне нормальная оценка для этого режима. Ну, в принципе, мне понравился. В целом. Так, ну что, друзья, не прощаемся тогда. Сейчас попробую уровень 3 запустить. А так, в общем-то, всем до встречи, друзья.